Салют, my friend! Ну что ж, друзья, вы на канале Energy TV, меня по-прежнему зовут Игорь, и... Все в этой игре продолжается своим чередом. Собственно, я немножко подзачистил аванпосты, видите, у меня теперь большая часть карты, которая у меня сейчас открыта, она у меня вся почти зеленая. Ну вот здесь у нас большой блокпост, Варшакот, вот, но туда я пока не суюсь, потому что как бы типа там, ну сейчас уже вроде как можно после предыдущего задания, ну пока еще не суюсь, скоро засунусь. Так, у нас вот еще остался один аванпост, и в принципе, и вот, ну это да, это тоже дело дойдет, ну и не переживайте, я это все дело очищу. Я это все дело очищаю, конечно, вне записи, там есть для нарезочек, так что нарезочки будут, там тоже, думаю, веселенько что-нибудь замучу. А, в целом, получается, вот эти знаки вопроса я посмотрел, там, в принципе, какие-то клады, пещеры, в общем, интересные места тоже, но не знаю, буду ли я их обозревать как-то, в принципе, средние такие интересности, я бы сказал. Просто приезжаешь, там какой-то клад или письмо от правителя или еще, ну, в общем, ничего такого. Вот. В принципе, больше ничего нового. Ну и немножко расширил себе инвентарь. Получается, изготовил, ну, бумажник улучшил, ну и так далее. В общем, ладно. Занялся небольшой рутиной. Здесь, как видите, перед началом записи приехала машина этого короля. Ну, я, собственно, их убил. Меньше, если честно, ну, поменьше, да, стало противников. Поменьше стало противников, но меньше их все равно до конца не стало. Они все равно ездят, патрулируют. Ну, теперь только самому легче дышать, потому что теперь нету аванпостов. И в основном они теперь только перемещаются на машинах. Нету такого, чтобы они ходили пешим здесь. Они теперь себя здесь чувствуют неуютно. Это хорошо. Ибо нефиг тут уютно себя чувствовать. Это наша территория. Собственно, делаем дела. Продолжаем очищать страну от короля и его людей. Сейчас мы собираемся выполнить, едем на задание... Ну ладно, так, подожди. Едем на задание по сюжету. Так, я не туда поехал. Не туда поехал. Ну хорошо, хоть нету. Недалеко умотал. Так, стопэ. Так, поехали. На аванпостах еще куча всяких заданий. Я думаю, тоже их потом повыполняю. Но это все будет в отдельных сериях, скорее всего, каких-то... просто, ну как-нибудь еще их не придумал, как назову. Я еще подумал, как их назвать. Будет, скорее всего, какая-то просто нарезочка. Того... О, блин. Реди. Вот это серьезное, кстати, ребята. Серьезные ребятушки, там три машины, кого, и у каждой машины, по-моему, по пулемету. Ну, в общем, так просто их не развалишь. Ладно, не будем их трогать, пусть пока живут. Я за сегодня и так эту армию короля потрепал не слабо. Поэтому пусть они пока катаются, я не против. Так, сейчас мы едем выполнять, получается, сюжетное какое-то задание. О, знакомое местечко. Так, а нам сюда. Интересно. Так. Санька вышел. Так. Куда мне наверх, что ли? У меня, смотри, просто от моего калаша прям облеск такой идет. Жесткий. Так, ну и чё? Чё мне тут скажут опять? Амита. Амита. Что с тобой? Думаешь, это легко? Быть первой женщиной Золотого Пути. Стремиться к переменам. Постоянно слыша за спиной, что ты нарушаешь тысячелетние традиции. Я настоящий воин. Я буду защищать Кират любой ценой. А они видят лишь женщину. Аджай, ты же умный. Скажи, может, это не мое? Последователи Сабала, их столько. Это они слепы или... Или я чего-то... Не понимаю. Нет, отступают лишь слабаки. Слушай. Помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую.
Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Да, у Амита, правильно, да? У нее депресняк уже начинается, ладно. Получается, опять у нас будет выбор, либо его, либо ее. Давайте послушаем его версию. Опять же, она хочет груз, это получается опять наркотики, выбирать задание Амита или Сабал. Давайте послушаем, что он скажет. Но, если честно, мне даже ее жалко, хотя, в принципе, она немножко, ну, блин, хер его знает. Блин, чисто из жалости помочь ей. Сабал. Амита все рассказала про фабрику. Что и тебе она плакалась? Рассказывала, как тяжело быть первой женщиной Золотого Пути? Устал я от нее. Надеюсь, ты не купился, брат? Героин — это смерть. Сам знаешь. Убей людей Нур и взорви фабрику. Делов-то. Ну, сейчас я подумаю. Вообще, в принципе, блин, ну, опять же, я с ним согласен. Это не вариант. Что это за звуки? Да что за херня? Ладно. Блин, ну... Будущее, прошлое. Какое будущее, прошлое? В принципе, как можно вообще реально вывести страну из какой-то жопы, когда ты будешь постоянно... наркотики распространять, но это то же самое жопа, ты не спасаешь людей, ты их губишь. Не знаю, тем более, что она разнюнкалась, это война, и на войне, в принципе, как на войне, тут надо быть жестким, суровым. Я, блин, не знаю, прости, конечно, деваха, у тебя реснички красивые, но ты не убедила меня до конца, но уже близко. Все-таки я больше его поддержу. Да и тем более, учитывая то, что мы этой линии продолжали гнуть ее постоянно, эту линию, да? И сейчас как-то менять свою позицию, ну это будет тоже неправильно, я считаю. Вот. Что за херня? Используй эти заряды внутри. Да понятно. А за химией? Куда ехать? Куда лететь? Ага, сюда. Пока что, к сожалению, мне ее позиция не симпатизирует постоянно. Как бы я бы с удовольствием ее поддержал бы, но чисто из жалости все-таки это неправильно, я считаю. Поэтому я этого делать не буду. Я считаю, что нужно делать правильно и, ну, и очищать землю от всего подобного. Не только от короля, но и от всякой гадости. Костюм крыло. Нет, зачем? Зачем мне костюм крыло? Итак, на параплане долетим, зачем нам костюм? Костюм крыло-то. Так, давай, здесь можно костюм крыло уже. У-у-у! Плюх! Хе-хе-хе. Так. Тихо, тихо. Опа! Вон едет этот патруль смерти. Собаки вонючие. Ига темная. Не-не-не, я с ними не хочу пока херачиться. А-а-а! А, нет, не-не-не, я подумал, на них придется нападать. Не-не-не. Прямо ребятки сами усилили, в общем, они патрулирование, теперь уже ездят так это. Прикиньте, еще была бы такая тема, чтобы они могли отбирать... О-о-о. Короче, они даже особо не парились, я чувствую здесь. Ну, блин, если честно, вот наши это, помощники, наши, ну, я уже говорил об этом, они ни о чем. Они стрёмные, абсолютно. Они никто. Вот. Противники намного, вот эти красные, намного мощнее. У них и броня лучше. Ну, я понимаю, конечно, это повстанцы, да, у них там какая броня. Ну, блин, мы же все-таки помогаем, да, и вот этот, как он там, поп-проповедник, он же, получается, как я понимаю, снабжает наших повстанцев оружием. Соответственно, броней, оружием. Ну, и как-то я не вижу какого-то притока брони, оружия. Вот как бы даю,
А у повстанцев ничего не меняется. Они как были бомжами беспомощными, так они ими и остались. Я считаю это неправильно. Если, получается, им помогают, то они как-то должны тоже улучшаться. У них должна появиться броня, они тоже должны ходить с огнеметами. Вот ездить такими, ну, как-то, я не знаю, может быть, я не прав. Или я просто еще мало им помогаю, может быть, еще помочь, и они тоже начнут развиваться. Хер его знает. Ладно, мы тем временем пришли куда-то. И что здесь? О, подожди, плакат. Так, а чё, это мне туда взорвать? А чё, как бы... Там внизу даже наши, по-моему. Так. Аджай, Сабал сказал, что ты придёшь. Мы принесли взрывчатку. Бери сколько надо и иди наверх к Хавильдару. Надо много. Так, ну всё. А, поговорите с лидером повстанцев. 60 метров. Пойдем поговорим. Так, ну ладно, погнали наверх. Что-то не увидел там, взял что-то. Ну, в общем, наверное, взял взрывчатку. Пошли наверх, поговорим с лидером повстанцев. Будем взрывать. А насчет этой Амиты, у нее просто, да, в ней, говорит, обида какие-то. То, что ее никто не поддержит, вот ее амбиции, собственно, рушатся потихоньку. Это ты, Хавильдар? Хавильдар, сержант, как угодно. Для меня это честь, сын Махана. Видишь ту трубу? Да. Порви тросы и обрушь ее. Труба пробьет дыру, и ты сможешь попасть на завод. Но как? В этом вся загвоздка. Я бы приберег взрывчатку для самой трубы, а лебедки тросов поломал с помощью слонов. Успехов! С помощью слонов? Да, ребятки, задание, походу, будет немножко потненькое, я смотрю. Так, вот вижу слон. Получается, к тросам надо слонов, что ли, подвести и походу, да. Так. Мне кажется, ликвидировать... Так, надо вот обезвреживать. Сигнализация. Есть какая-нибудь пометка, сколько здесь? Эх, у них и две турели стоит. Два пулемета. Блин, надо как-то заморочиться. Мне нужно все-таки оружие с глушителем. Я уже которую серию пытался, играл, ну, когда очищал аванпосты, пытался понять, как эта тема вся делается, но так и не понял. Ладно, не суть. Так. Укрепление. Блин, серьезный завод охраняется, слушай. Это ДОТ, по-моему, да, или просто здание какое-то. Так, сейчас, секунду. Ладно, поперли, что. Тросов уничтожено. А мне можно одним словом все уничтожить или нужно каждому? Так. Так. Пошли. Тихо, не палим меня. Спокуха, ребятушки. Без паники. Вон еще один ходит. Нам для начала нужно отключить сигнализацию, а потом это все быдло повалить здесь к чертям. Ты спишь, что ли? Ой, какой молодец. Парень приустал. Бывает, бывает, дружище, всяко бывает. Спи дальше. Мешать мы тебе не будем. Опа, красы. Так, сюда, значит, надо слона завести, я так понимаю. Надо его убрать, его спалят. Хотя бы вот сюда вот. Все, лежи, парень, отдыхай, а я пока пошел дальше. Так, бляха, муха этот. Сюда не смотри, так окей. Все, отлично. Где-то здесь... О, вот сигнализация. Отлично. Так, друзья, вы остаетесь без сигнализации. Но она по-любому не одна. А с другой стороны тоже должна быть. Просто без Б. Я в этом просто не сомневаюсь.
Так, сейчас проедет патруль, я, наверное, завалю вот этого. Поперли. Потом он будет залезть на крышу и осмотреться. Хорошо, что ты не посмотрел сюда. Так, валим. Бегом, 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 бегом. Блин, с трупом бежать не может. Так. Минус раз. Патруль мы будем убирать в последнюю очередь. Надо крышу очистить. Надо очистить крышу. На крыше у нас там, по-моему, двое, да? Да, пока двое. Продолжаем. Пошли на крышу быстрее. Так, псы, я с вами. Сначала этого развалим. Так, вот еще, да, тревога. Я говорил, что она не одна, ага. Тихо. Их даже три здесь. Собака. Так, давай-ка я вот... Да, блин. Да ни хера ты его режешь. Да подними ты его! Хер ты его кромсаешь-то на мясо. Спрячем его давай куда-нибудь. Вот сюда вот. Так. Здесь пока никого не вижу. Ну-ка. Патруль. Все, на крышу пошли тогда дальше. Блин, еще две сирены надо отключать. Я просто не хочу, чтобы они поднимали тревогу, чтобы сюда приехала еще целая армия. Это мне ни к чему абсолютно. У них еще и гранатометы. Блин, серьезные ребята тут вооружены. Они прям этот завод защищают, как я не знаю что. Ну, в целом, на улице охраны немного. В целом, на улице охраны, я бы сказал, что дохера. Так, сейчас патруль проедет, и мы будем думать, как это увалить. Слышал, Маска сегодня будет драться с людоедом. Вон патруль. Тихо, тихо. Без паники, без паники. Мы держим все под контролем. Да, Маска будет сегодня на арене, только ты, дружище, этого не увидишь. В принципе, их может здесь даже никто не обнаружит, ну да ладно. Все, остался патруль. Ну, я не знаю, если когда начнется стрельба, кто еще повыскакивает. Ладно, лежит ты здесь, кто тебя спалит, уже вроде на крыше никого нет больше. Ладно, на всякий случай надо отрубить две сирены. Так, смотрим внизу. Так, вон. Ладно, пошли по актуй. Сиренушки. Где они? В принципе, недалеко. Блин, ладно, подожду. Не буду рисковать. Мы уже столько потихо сделали, поэтому я не буду рисковать. Сейчас они проедут. Я спокойно это дело отключу, и как раз они пока... Подожди, 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 подожди. Давай, 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 вали, вали, вали. Повернули, отлично. Оп. Ай, о, нормально. Я думал, сейчас разобьется нахер. Так, одна готова. На улице вроде больше никого не вижу. Давай, 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 давай. Если честно, для такого охранного объекта на улице у них мало ребят. Так, а слон получается один, да? Ладно. Можно, в принципе, на них слоном напасть. И развалить их слоном. Но это неинтересно. Хе-хе-хе, мы их назвали по-другому. Давайте, падлы, езжайте сюда, я вас здесь жду. Сначала завалим водителя, а потом завалим уже и пулеметчика. Вот и все. Музыка, конечно, немножко обострилась, но, по сути, здесь ничего уже не случится. Я себе обезопасил, господа. Все.
смысле? Так, походу я что-то не угадал. Что, еще есть? А вы откуда вообще приехали? Нежданчик, ладно. Поехали. На слоне покатаемся. Где-то там еще. Что прикольно, мне нравится на слоне, что можно это. Ездить и стрелять из автомата. Не из пистолета, как в машине. Где ты? А, ты в машине? Вот собака, блин. А, так это другая машина. А, повстанцы пришли. О, так это начало. А. Так, ладно, погнали. Спокойно, ребятушки, спокойно. До свидос. На-на, хе-хе. Не, кстати, на слоне я уже немножко покатался, это вообще здоровски. Это прикольно просто, он разрушает все нахер. Это вот здесь, а вот он просто. Ломай, сука! Буба! Мы его назовем Буба! Буба, круши! Нах! Давай, Буба! Ай, хорошо-то как-то, что там, записка? Эй, хер с ним эту записку! А ну нах! Привет, пацаны! Как дела? Нормально все? Куда пошел? Нахер. Так, где-то еще одна осталась, да? Вон еще один трос. Все, готово. Обоих свернули в кулончик. Так, дайте-ка. Да, блин, давай сюда. Сюда. Вот он. Ну-ка. Последний трос. Теперь можно обрушить трубу. А, я думал, она сразу сама рухнет, но походу нет. Ладно. Что-то загремело. Ой. Блин, у меня патроны уже кончились. Надо заканчивать с этими перестрелками. О. Так. А, мне на слоне сюда надо. Ёб твою мать. Буба, стой! Буба! Буба! Вернись, Буба! Буба, ублюдок, стой! Я что с тобой бегать должен? Блин, нахер я с тобой слез? Стой, падла! О. Зачем от своего друга убегаешь, а? Плохой Буба. Так, мне кажется, эта машина сейчас взорвется. Лучше я пистолет буду использовать. А, это наши приехали. А ну давай, Буба, последний удар. Стыгидыш. Неужели нормального способа не было попасть внутрь, а? Знаю, взорвать проход там одной гранатой. Готово. Теперь иди внутрь и взорви завод. Мы задержим этих ублюдков. Ну, кстати, первый раз задание, когда мне реально это, ну, что-то там... Как бы типа с кем-то я. Ну, мне помогает это. Золотой путь. Так, а где? А, мне в трубу надо. Уху! Ёбаный стык. Вон оно как бы упали. Надо же. Хоп! Воу! Ты чё, дурак, сука, делаешь? Чего кусать, что он взорвался, горит, да, все равно на меня, сука, прыгает, а? Блин, я нихера. Чего похер, что он горит? Держать позиции! Так. О, сюда можно выйти? Не, здесь нельзя выйти, ладно. Держим ряды! Бля, я ни хера не вижу их. Ну ладно.
Будем на ощущения работать. Да, взаимный дружок, я тебя тоже вижу. Оп. Оп. Приголубились, так понимаешь ли. Ага, сейчас. Так, ладно. Вот первое. Шмякада. Бежим. Но она, наверное, сейчас сразу не взорвется, так понимаю. Она взорвется через какое-то время. Так. А я, походу, всех перебил, да, здесь? Сейчас мне, правда, последний поставлю, мне напишут, типа, у вас 10 секунд, чтобы отсюда выбраться. Я офигею. О, компьютер. А можно что-нибудь поиграть? Это он работает или? Или это свет так падает? Боеприпасик, это боеприпасиков. Это знаете, нас к чему готовят? Это нас готовят к тому, что мы сейчас будем очень дохера отстреливаться. Все, уходим отсюда. Родители жили тихо. Отойдите на безопасное расстояние. Че, все? Стыгдыш! Азы химии, задание выполнено. Ну что, это было круто. Сабал. С фабрикой покончено. Это прекрасно. Мы сбились с пути, но ты исполнил волю Тиры для ее народа. Мы очистились и воссоединились с землей. Ты указал нам верный путь, сын Махана. Да уж. Так, у нас появилось какое-то новое задание. Я смотрю, что это такое? Уиллис. Выполните задание компании для Уиллиса. Награда — большое количество очков опыта. Что за Уиллис? Какие-то, бляха-муха, извиняюсь, тут микрофон цепанул. Какие-то, блин, новые задания. Ну, в принципе, мы недалеко от Уиллиса. Можно, в принципе, заскочить к нему. Так, и следующее задание — золотого пути, выполнить задание. Так, ага. Давайте тогда мы немножко сегодня поработаем на золотой путь, я думаю. Для начала мы вот освободим вот эту вот вышку, колокольню. А потом уже, так, на этой машине не хочу ехать. Освободим колокольню, которая рядом с заданием, а потом уже продолжим задачку нашу. Вот, она Уиллиса, мы сгоняем в следующий раз. Объявление отменить первое. О! А чё, где объявление-то? Министерство? Вы чё от меня ничего не объявили, я не понял. А где объявление-то? Я думал, они сейчас скажут, типа, вот, ребят, нас тут подорвали экономику страны. Ну, сказать честно, защита здесь, по-моему, на мой взгляд, хуже даже было, где этот чайный заводик. Но попасть внутрь было сложнее, конечно. Ну, как сложнее, по сути. Мне-то ничего придумать не пришлось, мне просто сказали, сделай это, взорви то, и зайди внутрь, взорви все. Все, я это, собственно, сделал. Вот, а если бы мне еще пришлось бы самому думать, ну, скорее всего... Тут... Объявление от министерства. Вот опять. Мистер Гейл, мы за вами наблюдали. Пора увидеться. Дальнейшие указания по следующим координатам. Какие-то, блин... Какие-то ЦРУшники, что ли, ФСБшники, я не знаю, кто там. Такой голос, блин, мистер, это? Мы хотим с вами увидеться, а координаты здесь-то. Интересно. О, газу дал. Брюхо мне распорит, слышали, да, он мне у горожанам она. Тут враги! А ты что такой живой-то, а, слышь? Заканчивай живым-то каким быть. Это невежливо. Что, тебя сейчас обойдет надо, да? Пощади! Умоляю, пощади! А там кто? Благодарности не надо, дядя. Все хорошо. Можешь бежать. Он... Убивают, сука, режут, злодеи, зрения лишают. Да. Уйди, задавлю.
вот мы у колокольни, да? Так, а мы здесь поднимемся? Ага, я вижу, куда можно кота кинуть. Ну, как они, кошка или коты, как они, не знаю. Короче, крюк это называется типа кот. Если бы кто-то не знал, наверняка такие есть. Например, вот я такого узнал недавно. До этого я просто называл крюком. До этого я просто никак не называл. До этого я просто закидывал на охранительные высоты и ничего не думал. А тут, оказывается... Это где? О! Ой, да ну тебя нахер! Зарычало, блин! У меня аж сердце в пятки и по пяткам в пальцы, и из пальцев через ногти убежало нахер отсюда. Это же вообще жесть. О, колокол валяется. Пропаганда. Так, мне надо науку. Погодите. Оп. Лей, хала лей. Так, надо сюда. Ух ты. Я думал, сейчас придется париться. Думать, что делать, где ключи искать. А, тут все просто. Тут вот один большой ключ у нас есть золотого цвета. Ко всем дверям, ну, как бы, почти ко всем подходит. Объявление от Министерства внутренних дел. Социальной гармонии. Подожди, а куда? В его гордой деле. Работаете ли вы в шахтах или на кирпичном заводе по экономии и цене вашу преданность? Что-то я не понимаю. А здесь нельзя подняться, да? А, вот, вижу. Так, что тут у нас? Ну-ка. Так, отсюда мы поднялись. Ага, вижу. Кстати, уже пошли колокольни такие, знаете, посложнее, да? Уже приходится тут, да? Пораскинуть, так, умишкам-то приходится пораскинуть. Уже просто так сюда не попадешь. Ну, не то, чтобы просто так не попадешь, не сказал бы, что тут суперсложно, но... Ого. Это не стрелы, это, блин, арбалетные копья какие-то. Не, арбалеты даже посерьезнее. Оружие. Все. Молчи, женщина. Нормально. Ашрам Акхори. Вы пишете название здесь, что ли? Начальная школа Авейша Авинаш. Винокурня. Что, вино курят, что ли? Так, ну и, собственно, задание. Вон оно, задание. Цепляемся и полетели. Ух! Та-т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 а! Пацаны, вы умерли. Настоящий герой. Я думал, меня Гандоном сейчас назвал. Я хотел обидеться в него небольшой очередью. Вот. Видать, у меня со слухом проблемы. Уху! Сейчас разобьюсь нахер. Ой, блядь. Кувырок, мурок. Птички. Ладно, пусть бегают. Что-то они бегают, они улетают. Может, не птички были? Хотя вроде на пиратах похоже. Сейчас опять будет выбор. Сейчас опять надо... Опа. А вы что тут забыли? Я не понял, а что вы тут забили? Тут вроде как мое задание. Непонятно. Ладно, бывает. Все хорошо для меня. Для них тоже все закончилось уже. Поехали. Чем ты думала, идиотка? Так мог поступить только Пейган. Пейган? Да я думаю только о Кирате. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Подумай о предках, культуре, об обычаях. Обычаях? Каких? Женить детей, например? Бхатри, ты уготовил ту же участь?
Отлично. Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Черед Нур. Да, согласна. Ее заставили. Пейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Ей нет оправдания. Нур заплатит, так же, как другие. Я сам решу судьбу Нур. Вот так вот, наконец-то наш герой сам взял, сука, свои яйца и сказал, что он сам решит судьбу. Ну, мне кажется, он сейчас поможет избежать. Нур это, короче, я так понимаю, это та барышня, которая, ну, вы помните, да, по арене, которая нас там голову кинула. Она, конечно, дура, но, блин, как бы ее вынудили. Вот, я, правда, не понимаю, кто они между вот этот Амита и вот этот Сабал. Блять, заткнись. Это, сейчас, я расскажу свою историю. В общем, они то ли братья, то ли сестры, то ли просто какие-то левые люди, то ли они, я просто этот момент как-то упустил. То ли они как бы муж, жена, что ли. Вот это получается маленькая, там, кто она вообще? Ну, вроде как, хер его поймешь, короче, они. Ну, вот этот Сабал тоже тот еще мудин. Ладно, поехали. Когда-то она была врачом. В начале моего правления Нур-Наджар прибыла в Кират с гуманитарной миссией. Она имела дерзость написать рапорт о нарушениях прав человека при моем режиме. Я ее разыскал. Пригласил вернуться и посмотреть, как мы исправляем ситуацию согласно ее рекомендациям. И... Подожди. Так, сейчас. Я меточку поставлю себе тут что-то. Так, нам сюда надо, да? Семью тоже. Она прибыла с мужем и детьми в мой дворец. Я даже презентацию устроил. 12 шагов. Борьба с нарушениями прав человека в Керате. В каждом слайде. Кратко о том, как я собираюсь разрушить ее жизнь. Деплер взял ее семью в заложники, а я поставил нашу великую гуманистку править самой жуткой частью империи. Все, водитель, я убил, ладно. В общем, короче, этот мудень, Пейден, или как Пейган Мин, он вынудил этого Мур работать на него, видишь? Ну, как бы сейчас сам все слышал сейчас. Получается, она человек подневольный, и убивать ее, ну, лично я не хочу. Конечно, да, она немножко вызвала таким к себе негативом, потому что она заставила нас на арене драться, но... Стой! Погремушка. Но, блин, хер его знает. Опять же говорю, она человек подневольный. Вот. Ну, ее бы тоже убили, поэтому я ее, если будет, такая, будет такой выбор, я ее убивать не буду. Это будет мое личное решение. Я как бы тут тоже... Не персона уже левой стороны, поэтому я тоже имею право принимать решение. Заодно, если честно, как это Амита постоянно на Сабала говорит, типа, вот, откроешь свое истинное лицо, откроешь свое истинное лицо. Мне уже начинает казаться, что он тоже какой-то лицемерный подонок, что он не такой, какой он есть на самом деле. Я бы хотел узнать, какой он есть. Поэтому, может быть, если что-то мы сделаем против него, мы как-то сможем узнать, что будет. А что будет? Такой вот вопрос. Надеюсь, тебе так, и получается еще один у меня вопрос, что начал глушить. Интересно, а если я бы выбирал Амиту, это как-то было бы какое-то разделение сюжетной истории? Или как бы тут оно само по себе идет, как бы, в этой процессе, и ничего меняться не будет? У меня сейчас, по мере прохождения, пока больше вопросов, чем ответов. Одни вопросы. Поэтому надо как-то получать на них ответы. Ладно, я думаю, мы во всем разберемся. И надеюсь, что это будет не в конце игры, чуть-чуть пораньше. Ну, мне кажется, кто-то либо Сабал, либо Амита потом разобидится в Храй. Ну, пока что, мне кажется, больше, что Амита. Потому что, как бы, мы ее вообще не поддерживаем, никто не поддержит, ее все гнобят. И она, соответственно, тоже так немножко удручается. Да ты животное, успокой свое величество, сука, я тебе сейчас, я тебе мозг сейчас высосу, блядь. Задрали вы за мной гоняться уже.
пиявки, блин. Так. А, мне надо... Я думаю, что там за это? Мне надо это... Обыскать этого типа. Так, все. Завершено. Мне кажется, я сейчас оттуда не выйду, да? Я выйду. О, дерево даже немножко повалило, смотри-ка. Физика! Уровень кармы 2. Отлично. Так, ладно. И тут так машину поставил. Что за дятел? Ну, как бы здесь получается для пешеходов, но мне лень. Так, вот дальше пойдем пешком идти. Так, ну что, пойдем пообщаемся. А, ну получается мы пришли сюда на арену, я так понимаю, да? Ага. Так, войдите на арену Шанат. Ну, я искренне надеюсь, что будет выбор что-то сделать. Я, если честно, с удовольствием бы ей помог просто сбежать бы отсюда. Вот. Я по-любому уверен, что это не понравится Сабалу там или Амите, может быть, тоже. Так, будете за кулисы. У меня, если честно, срать. Что происходит? Да, так я точно не войду. Давай, давай, до колен. О, крас! Давай, давай, давай! Блять, я отвлекся, ладно, пошли. Прикольно тут что-то стоят, а там это... Так. Мне наверх надо, подожди. Привет. Пока. Мамасте, мамасте. Так, подожди, а как мне туда попасть-то? Не, ну можно сверху, в принципе. Блин. Так, ладно, пошли наверх. Жалко, ездить нельзя, не могу в рукопашку драться, я могу только оружием. А, ну я, в принципе... Понял, сюда нельзя. Я, в принципе, по теории могу, конечно, ножом их порезать обоих, но это как бы будет, наверное, нехорошо. И минус карми. Ладно. А, вон, вижу. Вижу, куда можно кота закинуть. Их было много. Что я мог сделать? Бляха, муха, нет, не вижу. Ай, горю. Твою мать, я не вижу, куда можно закинуть эту хрень. Блин, ну сюда зайти, может, нет, это магазин. Это не то. Ну-ка. А тут, может, нет, может, зайти, нет? Так, это сохраненка получается. Не суйся на арену. Попробуй горшки лепить. Как раз по тебе занятие. Ты слышь, ты чё такой борзый, а? Ты мазохист? Поэтому и притворяешься куском мяса на псарне. Нихера ты. Если тебе нравится подыхать на арене, что ж, против никто не будет. Блять, я его хотел резануть, а нельзя. Сука, ничего себе ты дичь. Первое такое мне тут... Слов нет. Одни слюни. Так, внутрь я зайти тоже не могу. Наверх я попасть... Я туда не докину. Так, тупняк. Тупняк. Я не знаю, что делать. Так, здесь тоже зацепиться не за что, да? Может, кошку выпустить, а? Поугарали бы, чё. Так, ну, туда я тоже не зайду, так понимаю, да? Нет, не пускают их туда. Так, ну, сейчас туда пойду, мне тоже скажут, вернитесь это, в линию. За, ну, то есть, это уровень. Давай посмотрим все как следует, осмотрим локацию. Вот, тропа же есть, да? Только игра не ной, пожалуйста, что сейчас надо... О-о-о, отлично. Бляха-муха. Сука. Что за дичь? Я не вижу, куда можно кошку кинуть. Я вижу, он там наверху, но этот... А, во-во-во, вижу. Отлично, вижу. Вот слепошары-то, а. Все. Полезли. По-любому кто-нибудь ее заметил раньше, чем я. Это естественно. Но, ребята, кстати, я уже тоже такое замечал. Когда ты сам играешь какие-то вещи, тебе кажется,
Ты видишь и думаешь, блин, ну что же этот Даун-то не видит, а? Блин! Я либо плохо раскачался, либо это был не наш метод. Ну не, ну там не долететь. Я думаю, просто сразу моментально смогу использовать этот костюм летяги. Белки летяги. Костюм крыло, или как он правильно называется. Но не вышло. Что ж, моя акробатика меня подвела. Ну ладно, мы теперь хотя бы знаем, куда нам нужно. Это самое главное. Так, поехали. Поехали. Так, применим план Б. А что за план Б? А, ну может там он за счет зацепится? Оп. Оп. Опа-на. Шмякнулся, как, конечно, как, блин, не знаю, кусок говна какого-то. Ну да ладно. Залазь. Ну залазь, ты чё? Вентиляция, что ли? Или это дверь такая? Мне кажется, эта дверь прочнее, чем та, которая внизу, блин. Или что это такое? Ну не знаю, там решетка какая-то, железная конструкция. Нет, это походу все-таки типа вентиляции, да. Нихера она там свою собственную охрану отдает. Охренеть. Так. Доберись до диспетчерской. Вот сделано. А тут какая-нибудь охрана. А, да, тут есть какие-то люди. Только не поворачивайтесь, окей? Сейчас попробуем это, тублкил сделать. Ну-ка. Я ой, там справа. А, нет. Так, и... создайте хаос на арене. Фу! Да не вопрос. Так. Врагов убито. 2 из 8. Смотри, что там происходит, ебать! Да подожди со своей запиской, смотри, что тут творится. Ой, ну хана, пацаны, вам, с носорогом кем справишься? Это такое животное мощное. Что случилось? А, я думал, стрелять нельзя. Они плавать, как тебя. Понятно? Дура, я тебя спасти хочу, а ты мне еще тут... Идиоты, который сидит за пультом. Ты меня слышишь? Тебе конец. Слушай, я сейчас буду о тебе мнение свое менять, девочка. Я, пацаны! Здорово! Как дела? Херли, ты подбежал ко мне. Не надо ко мне мою эрогенную зону это нарушать. Понял? Так близко подходить ко мне не стоит. Чё у тебя, блин? Как она? Близорукость или далекозоркость? Я не знаю, как это. Когда близко так подходишь, чтобы пострелять. В упор подошел прям. У вас что, со зрением проблемы? Я ничего не понимаю. Чё? Ко мне прям плотничком подходит. Это я, в смысле, хорош, конечно. Я надеюсь, мне не придется на арену вылазить. Там носорог. Я, честно, с ним пока не хочу. Ну, не то, что пока, я с ним вообще не хочу дела иметь. Так. Это внизу, что ли? Опа. Я тут, ребяточки! Что-то коля промазали вы.
Вот неожиданно, да? Бежали вперед, оказался сзади. Ё-моё, блин, тигр. Твою мать. Только не выходи, окей? Давай договоримся. Ты будешь там сидеть, а я дальше пошел. О, там он моется правильно, конечно. Нахер? Нахер я ему нужен? Главное лапу помыть. Это же кошка. А кошки я не всегда чисто плюю. Всегда вылизываются. Ой. Вы спите или вы мертвые? Так, подожди. Ага. Так. Контроль точка. Убейте Нур или поговорите с ней. Конечно, с ней поговорю сначала. Она хоть и... Блин, коза, но я не хочу ее убивать. Я не знаю, ну блин. Она может быть... Ну, она заложник ситуации. Я не хочу ее убивать, честно. Давайте просто поговорим сначала. Что она нам скажет? Люди Кирата! Вы приветствовали победителей! Гнобили побежденных! Но поверьте, такого боя вы не видели никогда! Сегодня прольется новая кровь! Аджай, где мои родные? Мне жаль, Нур. Нет, нет. Мне жаль. Прости. Бейган убил их уже давно. Мне ни к чему жалость. Мне нужна моя семья. Мне жаль. Но теперь ты свободна. Да. Свободна. От призраков убитых. От всего, что сделала. Я приучила их ко вкусу крови. Твоей. Моей. Вы же этого хотите? Больше крови! Вот! Подавитесь! Подавитесь вы, паскудное зверье! Свобода. Проще было ее тогда сразу убить, чтобы она так не мучилась. Ну, я дал ей право выбора. Если честно, ну, по сути, а чего я ожидал? Ну, наверное, не такого результата я ожидал. Хотя... Да. Ну, ладно. Задание выполнено, она умерла. Какая-то, знаете, какое-то чувство... досады какой-то. Хотелось ее спасти, хотелось ей помочь. Не знаю почему. Просто не знаю, это необъяснимо. Она у меня не вызвала какую-то такую прямо жесткую негативную реакцию. Вот. Какое-то сочувствие. Но не негативную реакцию. Ну что ж, она сама выбрала то, что сделала. Ой, не-не-не. Шкуру продать не буду, особенно тигра, вы че. Спасибо. Они мне по-любому пригодятся. Пока. Так, ладно. Сабал, готово. Нур мертва. Уверен, демон Ялунг уготовил ей особую участь. Ты поступил правильно. Юг, наконец, принадлежит нам. И народ вновь обрел веру. Хотя урок извлекли не все. Брат, у меня есть надежные сведения, что крепость Рогатавада ослабла после смерти Нур. Пора ударить и захватить ее для Золотого Пути. Крепость Нур ослаблена. Шикарно. Но крепости и другие здания мы, ребята, пойдем выполнять в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия. Она была, мне понравилась, насыщенная историями, диалогами, опять же, выбором. Я думаю, в этой серии было все, что нужно для данной игры. Поэтому не забудьте поставить лайк, если вы досмотрели это видео до конца. Опять же, если ставите дизлайк, аргументируйте это. И подписывайтесь на канал. Буду рад новым зрителям. Да и старых тоже буду рад всегда видеть. Не забывайте чиркануть что-нибудь в комментарии. Всем пока.